Коллеги, добрый день. Сегодня мы будем с вами рассматривать подсистему управления холдингом казначейства. Но здесь стоит отметить, что данная презентация относится не только к управлению холдингом, но также и к управлению холдингом ERP. То есть подсистема казначейства у них одинаковая, идентичная фактически. Вот, поэтому здесь по большому счету мы будем говорить про две системы с одинаковым функционалом. Итак, давайте прежде чем приступим к нашей системе, да, к демонстрации системы, немножко посмотрим схематично, что же мы будем с вами смотреть и, в принципе, как устроен казначейский процесс в указанной системе. Да. Значит, первоначально мы должны с вами установить лимиты. Вот операционный план, лимиты на бюджет движения денежных средств. Данный документ как бы не обязателен. Если вы хотите сделать какое-то краткосрочное планирование, лимитирование данных по статьям, это мы делаем либо через подсистему бюджетирования, это на отдельном вебинаре рассматривается, да, то есть через экземпляры отчетов, установки лимитов там, или же через операционные планы. Возможно, синергия, возможно, то есть мы на долгосрочное планирование, на какое-то среднесрочное планирование, допустим, на год устанавливаем бюджетом, экземпляром бюджета, а на среднесрочное, там, допустим, на квартал устанавливаем операционным планом. Ну, то есть здесь все очень индивидуально. По лимитированию это тоже отдельная тема, потому что блок довольно большой. Сегодня мы его только так немножко вскользь коснемся, чтобы было понимание точек входа, да, для процесса казначейства. А дальше уже идем непосредственно по процессу казначейства. Итак, мы с вами формируем заявку на оплату в зависимости от установленных лимитов и правил установки лимита. Да, ну давайте здесь скажем, что есть лимитирование жесткое и мягкое. При жестком лимитировании вы ни в каком случае не можете его превышать, ну, системно, да, просто заявка на оплату, она не проведется, если у нас есть превышение бюджета. Если превышение бюджета у нас нет, идет. Это жесткий метод. Мягкий метод у нас... проведется документ, но будет информационное сообщение, внимание, превышен бюджет. И дальше уже управленческое решение, что делать с этой заявкой. Ну, каждый бизнес, каждое предприятие принимает для себя наиболее оптимальный вариант. Ну, вот их два. Да? Дальше заявки на оплату у нас попадают в платежный календарь. Альтернатива платежного календаря в новой версии есть платежная позиция. Мы сегодня посмотрим. Но мне кажется, все-таки удобнее использовать платежный календарь. Но опять же, это каждый бизнес решает для себя сам. Далее мы с вами должны сформировать платежные поручения. Есть два варианта. Есть возможность только через реестр платежей. То есть вот у нас реестр платежей обязательный или нет. Что имеется в виду? Заявка на оплату, да, она согласована, то есть подтверждение того, что оплата должна быть совершена, это есть, все здесь хорошо, но, предположим, у нас недостаточно средств на расчетном счете, и каким образом казначей должен определить приоритетность, кому он оплачивает, кому не оплачивает. Он, конечно, может это сделать, да, проставить приоритеты, тогда мы отдаем ему эти полномочия. Если это кто-то специально обученный, как говорится, человек, должен принять такое решение, тогда для этого используется реестр платежей. В реестр платежей попадают все заявки на оплату, и, собственно, непосредственно сам ответственный вот за этот реестр, что пойдет в оплату, может удалять какие-то заявки, какие-то добавлять заявки, в общем, играть с платежной позиции. Кому мы готовы сегодня оплатить, кому завтра оплатить. Вот как раз для этого есть реестр платежей. В любом случае, используется он или нет, у нас формируются платежные поручения. Для группового формирования платежных поручений есть обработка, генерация платежных поручений. То есть, чтобы мы не по каждой заявке нажимали кнопку «Создать платежку», а
прям сразу, ну, как группы, да, формировались там, допустим, за день или по какой-то организации, или по какому-то счету, сформировать платежные поручения. Есть такое рабочее место, генерация платежных поручений. Вот, на выходе мы получаем платежку, которая потом, естественно, обменивается с банком, либо это Директбанк, либо клиент-банк, опять же, ну, индивидуально, что кто использует. Есть и та возможность. После того, как мы отправили платежку, произошел платеж, к нам возвращается банковская выписка, и мы производим разнесение банковской выписки, формируем документы списания или поступления денежных средств. И далее у нас формируется автоматически или в ручном режиме, мы посмотрим сейчас, как это делается, непосредственно отражение фактических данных. То есть, так скажем, для цели управленческого учета. Не для бухгалтерского, для бухгалтерского достаточно списания поступления денежных средств, чтобы сформировать проводки по РСБУ, а для того, чтобы у нас отразилось в регистрах факт, свершившийся, да, это необходимо там для формирования отчетности, для контроля лимитов. Здесь вот как раз этот документ у нас формируется. Так вот, это общая схема работы в управлении холдингом. Как работает. Теперь давайте пойдем непосредственно в нашу систему. Да, управление холдингом. Вот у нас управление холдингом. Начнем с вами с общих настроек. Вот у нас есть общие настройки и зайдем в поле казначейства. К статьям бюджетов мы с вами вернемся. А сейчас вот отдельное место по платежному календарю. Мы с вами смотрим. Давайте посмотрим, какие здесь есть настройки. Мы с вами можем задавать горизонт краткосрочного планирования. То есть на сколько дней мы можем видеть данные в платежном календаре. Здесь можно представить любые, да, цифры. Ну, как правило, это 5 дней обычно, но вы можете поставить свое видение, да? Дальше это видимость просроченных платежей, то есть это платежные поручения, которые были согласованы, у них стоит дата оплаты, но оплата не свершилась. И вот сколько дней исторических данных, несвершенных оплат в платежный календарь должно попасть. Вот как раз мы проставляем. Если мы не хотим видеть этих данных, то мы просто ставим здесь нолик. И такая информация к нам в платежный календарь поступать в принципе не будет. Далее, ну здесь понятно, да, это платежные дни, когда мы можем делать платежи. Допустим, если у вас только там 2 рабочих дня, там, не знаю, понедельник и среда, допустим, то вы можете их оставить, и в платежном календаре будут отражаться только эти платежные дни, какие есть. Причем мы можем выбирать календарь, по какому мы работаем, да, вот если российский календарь, то тогда у нас выходные, праздничные дни не будут отображаться точно, вот если мы по российскому производственному календарю. Так, дальше, это цветовые индикаторы. Здесь для удобства пользователей, да, для такой визуализации сделано. Цветовая подсветка. Если у нас излишек довольно большой, значит, денежных средств, то есть тут они у нас висят на расчетном счете, нигде не участвуют, ни в каких, ни в депозитах, ни в бизнесе, просто вот остатком висят, нам вот такая световая индикация. Мы здесь задаем, какие параметры для нас важны, да, сумму задаем. Норма у нас никак не подсвечивается. И если у нас не хватает денежных средств, то разрыв кассовый, тоже вот подсветка таким или таким цветом. Да? Чем больше разрыв, тем более яркая краска. Да? Дальше мы можем с вами сразу же задать стоимость перевода между счетами, потому что с платежного календаря мы можем перебрасывать деньги со счета на счет, чтобы нам сразу было понимание, сколько это, да. Процент комиссии за конвертацию тоже здесь можем ставить. Ну, собственно, вот эти вот варианты настроек, какие для оптимизации важны. Ну, это более такая тонкая настройка.
Дальше идем в следующий блок у нас. Следующий блок – это управление договорами. Что мы здесь можем сделать? Мы можем сделать таким образом, чтобы заявки на оплату формировались самостоятельно на основании заполненного графика платежей. И здесь мы как раз можем с вами указать, в какие дни, в какое время вот это регламентное задание, собственно, и срабатывает. Не руками, а непосредственно системы. Но опять же, если вы знаете график платежей, ну такой самый простой пример, если, допустим, у вас есть арендная плата, и вы знаете точно, что каждого 20 числа необходимо оплатить арендную плату. У вас есть такой график, и чтобы вы не забыли, система самостоятельно формирует заявку на оплату. При этом мы можем установить количество дней формирования заявок. Да, здесь вот у нас установлено за 10 дней до наступления событий. Вы можете сделать день в день, ну, как вам удобно. То есть такая опция тоже есть. Далее, при режиме актуализации графика изменений первичных документов, что имеется в виду? Что, допустим, у вас график несколько более сложный, не как аренда, а, допустим, через постоплата, через 20 дней после оказания услуг. То есть у вас есть акт выполненных услуг и через определенное количество дней, через 20 дней должен произойти факт оплаты. Вы первоначально планово планировали, что у вас услуги будут в одно время, а подрядчик задержался или наоборот быстрее выполнил свои обязательства. И таким образом поменялась история. Что в этом случае делать? Да? Что мы в этом случае делаем с графиком договора, именно который в договоре? Мы можем ничего не делать, не актуализировать. Мы можем вот обновить текущую версию, просто поменяются автоматом данные из договора, а можем создать новую версию договора для сохранения истории. То есть у вас будет версия от одного числа, вот старая по старым данным, и будет версия по новым данным. Да? То есть это один и тот же договор, но разные версии данного договора. Опять, ну, опять же, повторяюсь, это для того, чтобы сохранить историю. Здесь, опять же, вы сами задаете эти данные. Как вам лучше? Как удобнее? Дальше. Заявки на платежи. Заявки на платежи, ну, здесь, вы знаете, есть система, это уже мы проходили в нашем вебинаре, в курсе вебинаров есть, про систему согласования платежей. И мы можем сделать так, чтобы не человек отправлял на согласование, а все созданные заявки в определенное время отправлялись на согласование автоматически. Это настраивается здесь. Да? Отражение фактических данных – это то, что я вам говорила, что формируется для управленческих целей. Мы можем делать это автоматом, если у нас включена здесь галочка. Если галочка не включена, то тогда на ручном управлении каждый документ поступления списания денежных средств вы должны нажать кнопку, чтобы сформировался документ отражения фактических данных. Я рекомендую, конечно, чтобы здесь галочка всегда была. А здесь вот у нас есть документы поступления и реализации, но это для доходов-расходов, для учета обязательств. А вот для учета именно денежных средств, это вот первая галочка, здесь как раз и прописано, что документы движения денежных средств, поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета и так далее. То есть вот эта история. Да? Дальше. Это загрузка данных, как мы хотим, чтобы у нас загружалось. Это касается и банков, и курсы валют, да. То есть это такая техническая история, но опять же, когда мы хотим, здесь вот настраиваем, чтобы эта информация у нас подгружалась в автоматическом режиме. Валютный контроль мы сегодня обязательно посмотрим на валютный контроль, как он формируется, потому что было много вопросов по этой теме, по поводу
валютного контроля, поэтому остановимся отдельно. Знаем, что должны формироваться и системно формируются два документа. Здесь мы задаем количество дней, за какие должны формироваться. Но отдельно проговорим. Претензионно-исковая работа, но это тоже отдельная история, отдельный будет вебинар, посвященный претензионно-исковой работе, но, в принципе, настройки производятся здесь, вы должны это знать. Кредитные лимиты, ну и ставка дисконтирования. Какую ставку дисконтирования мы хотим использовать? По большому счету, что касается настроек, здесь мы прошли с вами. Дальше. Следующий вопрос, как бы, ну, по очередности, да, мы настроили с вами систему, знаем, что хотим, и дальше начинаем с НСИ. Как вносить организации, контрагентов, это мы уже все знаем. Давайте посмотрим на статьи движения денежных средств, какие они и что, в принципе, с ними можно сделать. Так вот, образно, да? Так, итак, у нас это... Вот, статьи движения денежных средств. Ну, это демо-база, да, понятно, что это демо-база. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Да. Это наименование может входить в группу статей. Ну, вот как мы здесь видели, да, что вот есть группа статей. Можем присваивать. Мы можем использовать в определенных операциях, здесь задавать операции по умолчанию, не руками вводить, а вот выбираем, что вот здесь вот, ну, возврат выданных займов. Ну, здесь так написано, да? Потому что наименование возврат займа. И уже во всех документах, во всех операциях, точнее, по возврату выданных займов будет стоять данная статья. Автоматически. То есть здесь, если есть возможность однозначного идентифицирования операции и названия статьи ДДС, то это вы можете здесь настроить, и жизнь будет проще и легче. Да? Дальше. Здесь мы можем с вами виды движений выбрать. Виды движений у нас важны при формировании регламентной отчетности для формирования регламентированной отчетности. Дальше мы можем с вами здесь зафиксировать, что только приход или только расход. Я рекомендую это делать, указывать, скорее всего, но очень редко я встречала варианты, когда одну и ту же статью можно и на приход, и на расход. Но это может быть какие-то внутригрупповые обороты, если у нас по группе компаний. Ну, даже не знаю. Ну, если есть возможность, лучше всегда это отмечать. Да? И дальше у нас идет группа раскрытия статей. Вот это вот самое интересное, да, по группе раскрытия статей. Давайте создадим новую группу раскрытия статей. Что имеется в виду? Имеется в виду, что каждую статью, любую статью, мы можем разбить на аналитики, на какие-то вот, допустим, на контрагентов, да, на номенклатурные группы. То есть вы можете создать свое наименование. И мы видим, сколько у нас вариантов, да, есть. Вот 6 аналитиков мы можем, то есть каждую статью мы можем разбить на 6 аналитик. Такое большое количество аналитик появилось в редакции 3.1. Раньше можно было 3 аналитики, сейчас до 6 аналитик. Но, опять же, большое количество аналитик тоже я лично бы не рекомендовала использовать, потому что очень сложно собирать фактические данные. И чем более мелкая аналитика, тем, ну, сложнее с ней работать, да, с более крупной проще. Здесь надо взвешивать на весах целесообразность, да, то есть трудозатраты возрастают, а насколько это целесообразно с такой мелкой детализацией. Если это действительно необходимо, то такие возможности, собственно, есть. Можем с вами определенной статье задать приоритет, да, для осуществления платежей, очередность платежа.
можем к функциональному направлению привязать статью и можем привязать статью непосредственно к ЦФО. Вот все, что можно мы здесь показали с вами, что можно сделать со статьями. Вот. Операционная деятельность. Ну, то есть вводить статьи вы можете самостоятельно смотреть. И здесь мы смотрим параметры лимитирования. То есть, собственно, они у нас, данная статья лимитируется, контролируется или нет. Вот данная статья у нас, оплата товаров, контролируется статья, да, стоит установка, и имеет аналитику, номенклатурную группу, то есть оплата товаров, вот эта статья, мы ее разбиваем и при вводе лимитов, и при сборе факта, это разбитие по номенклатурным группам. Ну, так бизнесу удобнее в данном случае. Так, здесь мы с вами все проговорили, ну, по настройке НСИ. По нашей схеме, что, давайте посмотрим, что по нашей схеме. Операционный план, да, давайте посмотрим, что у нас непосредственно, ну, очень кратко, потому что времени мало. Смотрите, коллеги, сейчас такое больше обзорное идет, потому что на самом деле недостаточно 1 часа для того, чтобы показать все возможности. Все, что может данная подсистема. Сейчас мы обзорно, но вы можете написать нам, какие блоки вы бы хотели более глубоко посмотреть, и мы подготовим для вас эти блоки. Итак, давайте подойдем к казначейству. Вот есть закладка, и все, что касается казначейства, по большому счету, у нас находится здесь, вот в данной области. Да, вот у нас есть операционные планы. Как раз вот в операционных планах мы, как я говорила, задаем какие-то лимиты, да, вот создать обязательно БДДС, потому что вы видите, что можно данный документ использовать для любого бюджета, ну вот, да, собственно, у нас для БДДС. Здесь вид операции планирования. Можем указать период планирования, это либо месяц, либо там, ну, я не знаю, сколько хотите, да, можете на квартал, можете на полгода сформировать. Вид операции, приход, расход, определяем для какого ЦФО, да, мы можем, опять же, это настраиваемое, если вам необходимо в разрезе ЦФО, ну, обычно так и бывает, как правило, да, ну, чаще всего, что каждый операционный план для определенного ЦФО, вы можете это вносить. Вы можете вносить отдельно для проектов, отдельно для контрагентов, по каждому договору можете вносить. То есть здесь возможности настройки достаточно широкие, и в каком виде вам необходимо вносить, в каких аналитиках, здесь это все настраивается непосредственно, да. Вот откроем уже сформированный бюджет. Здесь вот у нас аналитики планирования, как они выглядят, да? Статья бюджета. И дальше вот аналитики. Какие у нас есть аналитики? Вот то, что мы с вами смотрели в статье ДДС. Если статья ДДС имеет аналитику, то мы должны это все запланировать в данной аналитике и указываем, какая сумма на какой период приходит. Ну вот, это то, что касается операционных планов. Еще раз повторюсь, что будет отдельная тема по установке лимитов. Там будем рассматривать и операционные планы. Помимо операционных планов, смотрите, ну, операционные планы, есть разные виды операций. Здесь мы говорим с вами про планирование. Есть еще вот операция лимита для установки лимитов. Можно устанавливать лимиты, собственно, через экземпляры отчетов. Это вот отдельная история. Итак, посмотрели, лимит у нас создано. Да? Дальше мы должны с вами по нашей схеме создать заявку на оплату. Но понятное дело, что заявка на оплату сама по себе не живет, она создается на основании договора. По договорам у нас был уже тоже отдельный вебинар, где мы рассматривали непосредственно договоры. Но давайте еще раз посмотрим. Я бы хотела акцентировать внимание, так как мы сейчас с вами рассматриваем валютный контроль, именно договор,
По валютному контролю, да? Вот давайте посмотрим. У нас договор есть импорт, да, вот вид договора импорт с компанией нерезидентом, да, мы сюда провалимся. Это, ну, условно, да, не Россия, Руанда. Да, что не с резидентом, договор у нас в валютной валюте, и здесь мы устанавливаем с вами, как раз появляется галочка при нерезиденте, контрагенте, валютный контроль, здесь мы указываем уникальный номер контракта, вид валютной операции. Но это мы чуть дальше, опять же, у нас эти данные будут возникать в документах валютного контроля. Но раз мы рассматриваем с вами договор, то вот для валютного контроля это необходимо и это обязательно. Значит, по условиям оплаты. Условия оплаты, давайте сделаем, редактировать эту версию. Значит, смотрите, здесь есть у нас, собственно, валюта взаиморасчетов договора. Вот мы указаны здесь, валюта взаиморасчетов. Но при этом сама валюта, по большому счету, да, может быть валюта оплаты любая и не совпадать с валютой договора. Ну, как бы жизнь, она разная, да, бывают такие ситуации. Здесь мы выбираем, в какой валюте мы планируем платить. Если вы поставите галочку «Запрет платежа в прочих валютах», то в заявке на оплату, кроме как рублевого счета, вы выбрать технически ничего не сможете. Если это действительно так, валюта оплаты только вот единая, можно ее установить в карточке договора, то тогда прекрасно, вы устанавливаете и живете спокойно, дальше вы не перепутаете расчетные счета. Если этого сделать нельзя, то тогда мы не ставим галочку «Запрет в других валютах». Да? Формирование платежей. Каким образом происходит формирование платежей? Либо вручную, либо по графику. И вот у нас здесь появился график, да, то есть вот как раз про то, что мы с вами говорили в настройках. Если мы вернемся в настройки, каким образом у нас будет отражаться изменение, да, каким образом будет отражаться изменение. Давайте еще раз войдем. Казначейство, про договора. Вот здесь автоматически формировать идентификатор платежа в договорах, да, и автоматически формировать заявки по графикам. То есть вот у нас здесь есть какие-то плановые данные, мы можем с вами задать дату, сумму, можем указать даже аналитики платежа, да, то есть если мы знаем, что у нас там 100 рублей идет на ЦФО одно у нас, ну, опять же, к аренде возвращаемся, да, у нас распределение вот этих вот затрат общих офисных, но мы понимаем, что на ЦФО там одно, ЦФО А идет 100 рублей, на ЦФО Б идет 200 рублей, мы можем здесь это прописать для того, чтобы нам проще было собрать факт, фактические данные. Вот в графике договора мы с вами это можем сделать. И дальше на основании, вот как раз здесь у нас настройка есть, да, что формировать заявки на оплату. Заявки на оплату автоматически будут создаваться по заданным параметрам. Какие у нас параметры заданы? Итак, здесь мы проговорили. Следующий показатель, какой мы здесь с вами проговаривали, это вот как раз актуализировать, создавать новую версию или обновлять текущую. Вот сейчас, если вы обратили внимание, когда мы начали делать, я нажала редактировать эту версию, да, то есть все данные, какие будут изменены, они будут в этой версии. Но мы можем создать новую версию. У нас останется рабочая, вот последняя, да, крайняя версия, а те версии, которые были до этого, они будут, ну, грубо говоря, в истории, да. Вот у нас, видите, текущая версия, порядковый номер. Вот у нас будут версии, наименование версии и с какого числа она действует. Здесь вот вы выбираете самостоятельно, как вам удобнее
жить и работать. Да? По банковским счетам вы можете выбрать, сразу предустановить расчетные счета, по которым будут формироваться заявки на оплату. Можно указать, что это именно фиксированный, чисто фиксированный. По планированию, опять же, мы можем здесь приоритеты выставлять. Но смотрите, это если мы говорим про график. Можем мы без графика, да, видите, исчезло, да, и условия оплаты, у нас есть справочник условий оплаты, здесь мы прописываем, по каким условиям оплаты, аванс за 100 календарных, ой, за 20 календарных дней, или у нас постоплата, здесь вот мы можем выбирать тоже эту историю, если не по графику, то по условиям оплаты, заносим их сюда. Чем пользоваться, выбираете вы. Но есть еще процесс, это такая очень, ну, сложная история по процессам. Она сама настройка процессов у нас похожа на настройку маршрутов согласования, но в связи с коротким временем, что мы не можем долго задерживаться, сейчас на этом задерживаться пока не будем. Да. Ну и что еще нам здесь важно, да, это приоритет, возможно, важно, да, можем установить, если у нас есть возможность прикрепить договор к единому ЦФО или к определенному проекту, если вы используете проекты в своих аналитиках один к одному, то это будет прекрасно, потому что вся аналитика из договора будет тянуться у нас дальше в заявке на оплату и так далее. То есть вам не до, вплоть до отражения фактических данных, и вам не потребуется, собственно, делать это руками. Вот. Но, к сожалению, не всегда есть возможность. Если есть возможность такая, вот прямого отнесения договор равен какому-то ЦФО, это очень даже хорошо и прекрасно, и проще жизнь становится. И здесь же опять мы выбираем статью движения денежных средств. Точно такая же история. Если мы ее выбираем в договоре, то тогда вот по всей цепочке заявка, да, и отражение фактических данных, эта аналитика у нас будет идти. И в факте мы это получим. Ну вот по всей цепочке документов мы это с вами пройдем и получим. Будет очень удобно и хорошо. Так, это то, что касается договоров. Да? Дальше. На основании договора мы формируем заявки на оплату. Ну, давайте здесь вот, наверное, сформирована заявка на оплату. Да, сформирована заявка на оплату. Что здесь? Здесь все данные из договора переносятся автоматически. Да? Здесь вот есть ссылка на договор. Естественно, заполняется сразу и производственная компания, но организация, заполняется контрагент, все данные, какие были внесены в карточку контрагента, валюта, сумма, дату платежа вы можете делать самостоятельно, вносить, да, и указывать не позднее. Вот как раз про вот эти вот даты платежей мы с вами говорили при... Наверное, надо не закрывать. При настройке. Это вот заявки на платеж. Наверное, так. Или платежный календарь. То просроченные заявки, да, вот что просроченные заявки мы должны с вами видеть или не видеть. Вот как раз вот, вот просрочка. Назначение платежа формируется автоматически, можно настроить маску формирования назначения платежа, то есть сам текст. Ну вот преднастроено таким образом, что оплата по договору от такого-то числа, сумма и НДС при необходимости, если есть у нас НДС. Счет контрагента также у нас выбирается из договора. Если из договора не выбирается, то вы можете выбрать самостоятельно. Но здесь вы видите только тот счет, который в какой платеж. Вот смотрите, если мы с вами поменяем сейчас, допустим, да, там на доллары, вот на доллары заходим,
счет контрагента смотрим. И здесь нет, у нас пусто, потому что у нас нет у данного контрагента счета долларового. Да? Если нет у контрагента, то ну, все, мы не можем выбрать. Возвращаем евро, да, и можем посмотреть, что у нас появилось. То есть, вот, собственно, связка это хорошо работает. Дальше. Аналитики учета и планирования. Здесь у нас вот как раз из договора, если указан у нас статья в договоре, она здесь автоматически формируется. Если не указано, вот статья и ЦФО придет к нам из договора. Если в договоре не прописано, то нам придется здесь это делать ручками, указывать ручками, если у нас это аналитика обязательно. Тот аналитик учета планирования. Далее контроль. Контроль бюджетных лимитов, контроль резервов. Как я уже сказала, это будет на отдельном вебинаре рассматриваться, как он формируется. Ну вот проверка по деньгам проходят заявки на оплату. Как я уже сказала, что если бы у нас был жесткий контроль, мы бы не смогли при превышении провести данный документ, он у нас просто не провелся. При мягком контроле провелся, но здесь появился бы восклицательный знак и сообщение о том, что лимит уже, простите, вы превысили. Да? Думайте, что с этим делать. Заявка на оплату. Да? Заявка на оплату попадает у нас в платежный календарь. Что у нас в платежном календаре? Давайте посмотрим. Ой, простите. Не туда нажала. Так, что у нас с платежным календарем? Заходим. Здесь вот у нас есть платежный календарь. И мы можем с вами, собственно, смотреть данные, что у нас запланировано. Давайте как-то покрупнее сделаем. Да, вот. Покрупнее сделали. Здесь вот входящий остаток, количество дней, которые мы, да, у нас, куда мы смотрим вперед, разбито у нас, видите, по валютам, по организациям, по банковским счетам. Настройку вы можете делать самостоятельно, как хотите, по большому счету, да, вот здесь начинку. Здесь вот у нас по валютам. Вы можете для того, чтобы понять, сколько всего у вас денег, ну, собственно, да, вот как бы это сложно, вы же не будете открывать Excel или калькулятор и пересчитывать, сколько у вас денежная масса всего, да. Для этого здесь у нас есть такая галочка, и мы можем в любой валюте, в какой мы хотим получить информацию, а сколько у нас итого, да, вот сколько итого. Итого у нас вот столько евро, да, вот входящий остаток. А сколько у нас там рублей, в рублях, если это будет. А вот столько в рублях, ну, по курсу сегодняшнему, да, вот это вот можно делать. Можно не делать, можно не делать. Тогда мы видим, здесь у нас нет всего, да, потому что, ну, как бы некорректно будет сумма с разных валют складываться. Здесь у нас просто по валютам мы видим, как необходимо сделать. Дальше, что вот здесь у нас появляется? Вот мы поставили, да, вот можем посмотреть, вот если мы будем ходить по ячейкам, то увидим, на каком есть заявки сформированы, где не сформировано движение денежных средств. А вот мы видим, что вот по данному счету у нас есть заявка на оплату, и более того, из платежного календаря мы можем в нее провалиться. Да? Можем провалиться. Здесь настройки непосредственно, что здесь мы можем задать, допустим, какой-то организации одной. Мы видим по одной организации, да. Мы можем задать по валюте, да. Вот, только по валюте, по банкам, ну и так далее. То есть это вот фильтр, как вам необходимо, как вы хотите видеть. Горизонт.
краткосрочной задолженности. И вот то, что я сказала, что можно настроить группировки. Группировки настраиваются у нас здесь. Допустим, нам не нужен никакой пул ликвидности. Мы его сейчас уберем. Да, вот он нам не нужен. Все, у нас нет никакого пула ликвидности. А теперь мы хотим немножко по-другому. Да, вот мы хотим, чтобы у нас валюта была под организацией. Да. И не получилось. Ну, в общем, я думаю, понятно, да, что мы здесь можем с вами формировать то, что, ну вот, как мы хотим с вами сделать, да, как увидеть информацию. Ну, плановые курсы валют. Для чего это сделано? Для того, что, ну, у нас же не подгружены следующие дни, а валюта есть. Вот для того, чтобы мы могли пересчитывать и понимать, мы можем сюда плановые курсы вносить. Ну, то есть, как мы понимаем, как мы думаем, какие курсы будут, пожалуйста, мы это можем сделать. Да, точность прогнозных значений. Что здесь имеется в виду? Смотрите, сюда можно настроить таким образом, чтобы попадали только заявки утвержденные. То есть, у них, мы понимаем, единицы, да, то есть, ну, вот они утверждены, заявки на оплату точно будут, как бы мы ставим коэффициент 1. А заявки неутвержденные, то ли их утвердят, то ли не утвердят, мы можем поставить здесь 0,5. То есть, неутвержденные заявки, все, мы поставили 0,5, потому что у нас нет точной уверенности, что она будет оплата, да. Вот, опять же, это на ваше усмотрение, что вам необходимо сделать. Дальше. Операционные планы. Мы можем также сюда подтягивать не только заявки на оплату, но также мы можем и операционные планы, если мы хотим. Если не хотим, здесь пусто, да, вот ноль и все. Если хотим данные по операционным планам, которые мы чуть-чуть коснулись в самом начале, тоже можем сюда эту информацию для планирования вот такого краткосрочного сюда подтягивать эту информацию. Ну и опять же данные бюджетирования, да, то же самое. По реестру платежей мы можем создать здесь реестр платежей непосредственно из платежного календаря. К сожалению, очень мало времени остается, да, и что-то надо сильно ужиматься нам с вами. Итак, значит, по платежному календарю. Дальше у нас есть реестр на оплату, как мы проговорили, или же генерация платежных поручений. Это все есть у нас, вот реестр платежей. Можете открыть самостоятельно, посмотреть, что это за реестр платежей. И также мы можем с вами формировать платежные поручения. Я бы хотела сейчас к теме валютного контроля. Вот у нас, видите, по валютному контролю есть справки о подтверждающих документах и сведения о валютных операциях. Почему хочу отметить этот вопрос? Ну, там же действительно просили рассказать более детально, более подробно. Обычно про эту тему, ну, как-то она ускользает. Вот. Здесь я хотела бы, опять же, вернуться к нашим схемам, но не к этой схеме. Да, чуть-чуть не дорисовала, да, выход из процесса. Итак, у нас есть 4 варианта. Это валютный контроль, когда у нас расчеты с поставщиком постоплаты, с поставщиком аванс, с покупателем постоплаты и с покупателем аванс. Да, ну, вот. Как бы 4 варианта. Всего 2 документа, которые касаются у нас валютного контроля. Итак, у нас есть вот договор импорта. На основании договора у нас формируется документ поступления, да, товаров и услуг. И на основании вот этого документа поступления мы формируем справку о подтверждающих документах. И эта справка должна быть подана в банк в течение 15 дней от даты акта и накладной. И как раз вот, собственно,
где у нас настройка, да, здесь вот в валютном контроле мы с вами вот эти дни и устанавливаем, когда же будут формироваться эти документы. Итак, у нас формируется справка, она отправляется в банк. Это вот то, что касается у нас, ну, поступлений, расходов. То, что касается денег. Ну, по нашей схеме, да, заявка на оплату, платежный календарь, платежное поручение, и вместе с платежным поручением мы формируем документ сведения о валютных операциях и также передаем это в банк одновременно с платежным поручением. Да, ну, потом вот у нас приходят списания с расчетного счета, как бы процесс. Вот. Итак, давайте посмотрим в нашей системе, да, что из себя представляют эти документы. Давайте дойдем к казначейству. Так, потерял казначейство. Справки о подтверждающих документах. Ну, собственно, да, вот у нас есть документ, да, вот именно на основании вот этого документа поступления товаров и услуг, вот он, поступление товаров и услуг по договору со звездой Африки. Помните, мы ее смотрели, да? То есть вот у нас есть валютный контроль установлено, и вот сейчас мы сформировали с вами, так, поступление скрываем, сформировали справку о подтверждающих документах. Таким образом она формируется. Вот, собственно, как бы, документ, да, довольно быстро прошли по нему. И следующий документ, который формируется одновременно с платежным поручением, это сведения о валютных операциях. Сведения о валютных операциях. Заходим в сведения о валютных операциях. Я, конечно, планировала, что мы с вами по цепочке все создадим, но, к сожалению, вот времени совсем мало, не получается. Здесь, опять же, мы видим документ поступления на расчетный счет. Это уже, извините, по... Немножко про другое, да, не по этим данным. Вот, но, собственно говоря, смотрите, это одна история. Если у нас идет с вами аванс, авансирование, да, расчета с поставщиком, то вперед идут же деньги у нас, да, заявка на оплату, платежный календарь, платежное поручение. И мы здесь также сообщаем сведения о валютных операциях, тоже подается вместе с платежным поручением и подача справки о подтверждающих документах после совершения, да, действий либо получения товаров, либо получения услуг. Мы сообщаем в банк, отправляем этот документ. Это то, что касается расчетов с поставщиком. Если мы говорим с вами про покупателей, то тогда получается, что мы должны подать сведения о валютных операциях, да, срок, когда мы ждем. Дальше, если у нас срыв срока получения аванса, да, то есть у нас было бы запланировано в одно время, а вполне возможно, ну, как бы жизнь она такая, что срыв срока произошел, тогда мы должны обязательно корректировочный документ сведения о валютных операциях подать. И после получения актов, после реализации мы должны с вами передать справку о подтверждающих документах. То же самое касается постоплаты. Да, вначале мы даем справку, что мы отгрузили, подаем в банк. И когда получаем деньги, сообщаем об этом опять же в банк, когда у нас поступление денежных средств на расчетный счет, то как раз пример был про это, мы получаем данные денежные средства. Вот, ну, коллеги, по большому счету, да, какие у вас будут вопросы? Жду ваших вопросов. Напишите, пожалуйста. Так, ну раз вопросов нет. Так, есть. Есть возможность закрыть
платежное поручение от редактирования или только правами, ролями? Платежное поручение от редактирования, да, только правами, ролями можно закрыть. Коллеги, спасибо. Целый час мы с вами потратили. Спасибо большое. Еще раз повторюсь, если есть желание углубиться в какие-то вопросы более тонкие или рассмотреть какую-то еще тему, связанную с казначейством, пожалуйста, пишите на организатора вебинара, и мы обязательно подготовим, в ближайшее время проведем. Все. Всем спасибо, всем хорошего дня. До свидания.